мы любили страну, любили державу. Нас отучили от этой любви с распадом Советского Союза. И поэтому вот, те, которые понимают, что такое Россия в сердце каждого из нас, они благодарностью читают стихи, посвященные России, скажем, «Идут белые снеги» Евтушенко, другие стихи. Вот сейчас прозвучала песня «За любимую Россию». Я считаю, что на сегодняшний день развитие музыки и духовное начало общества оставляет желать больше и лучше. Надеюсь, мягко вопрос. Как вы считаете, почему песня 90-х до сих пор популярна? Я только что потому что, во-первых, они искренне, во-вторых, сочетание музыки и поэзии, что очень важно. В-третьих, они были близки любому человеку. Домашней хозяйке на кухне, воину во время службы в армии. Они были спортсменом, который находился на соревнованиях. Мы воспевали страну, воспевали труд, воспевали человека и воспевали подвиг. Поэтому они были близки. А сегодня, когда мы поем, возвращаемся к ним. Возьмите, команда молодости наша, спортсмены поют на сегодняшний день песни 80-х годов. Почему поют эти песни? Потому что они близки сердцу каждого человека. Как вы считаете, современная эстрада отличается от эстрады 80-х, 90-х? Очень сильно отличается, но не в лучшую сторону. Не потому, что я великовозрастный артист, а просто качественно отличаются поверхностные программы, которые больше занимаются пародией, нежели творчеством. Учить нас английскому языку нужно в школе, в институте, за рубежом. А воспитывать молодое поколение, молодых исполнителей, перепевая шлягеры западных наших звезд, я считаю, это не нужно, это глупо. Мы так никогда не воспитаем своих звезд. Один вопрос. Иосиф Ильич, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, песни Аркадия Хоралова, они же отличаются от песен вот современных композиторов? Как вы думаете, в чем их изюминка вообще? Как у вас? Они для меня ассоциируются с жанром вот этих 90-х годов. Он молодец, потому что он пишет на хорошую литературную основу свои произведения. И не вычурные, я не могу сказать, что не современные. Аранжировки у него современные. Но он не старается сделать так, чтобы очень сильно его произведения отличались от произведений антологии отечественной песни. Шанс. Юрий, расскажите, пожалуйста, как началась ваша творческая дружба с Аркадием? Ну, вы знаете, мы познакомились еще в те времена, когда гастрольные поездки длились месяц, полтора месяца. И когда, вы не удивляетесь на цифры, было по 3, по 4 дворца спорта в каких-то городах. Либо 3-4, ну 2 стадиона в один день в одном городе. Поэтому с Аркадием мы знакомы очень давно, я помню, как его принимали, я помню эти трибуны, восторженные, улыбающиеся лица, его улыбку, естественно. Но затем, конечно, утренняя почта, когда началась, ну, утренняя почта уже была, конечно, когда мы ездили в гастроли. Но утренняя почта, я надеюсь, очень многое дала ему. И он дал много утренней почты. Скажите, вот у любого песенного автора есть своя, скажем так, фишка. Как вы думаете, какая фишка есть в песнях Аркадия? Ведь уже столько лет прошло, а его песни все слушают, слушают, появляются новые поклонники. Да, да. По одной простой причине. В каждой песне есть искренность, есть искрящаяся, звенящая доброта и чистота, которая идет от души композитора. И у Аркадия, как ни у кого другого, это присутствует в каждой песне. Ну и как вы хотели пожелание после вашего? Аркаш, пожелание только одно, чтобы мы как можно чаще встречались, где угодно, на концертной площадке, на телевизионной площадке, где? На записях, радиозаписях. Я тебя поздравляю, я рад, что сегодня я с тобой. Спасибо. Олеся, расскажите, пожалуйста, как началась ваша творческая дружба с Аркадием Хораловым? Знаете, это, ну, наверное, любовь к его песням возникла давно, потому что это композитор не одного поколения, все знают его песни, она такое... овеяна любовью большой, да, и поэтому я думаю, что это творчество, которое будет жить всегда. Поет он сам, исполнитель замечательный, и многие артисты поют его песни. И мне выпала такая честь петь вот такую замечательную песню «Задуйте» с Алексеем Львовым. А как вы думаете, в чем очарование всех песен Аркадия? Ведь уже много лет прошло, а все поют, поют и поют. И, я думаю, то, что сделано и написано с любовью, оно вечно. И поэтому, что говорить, всем правит любовь. И небольшое пожелание, если не сложно, на камеру. Пожелание всем хорошего настроения всегда. Аркадий, мы желаем творческого вдохновения, чтобы ваше творчество было долгим, замечательным, радостным и памятным для всех, потому что ваши песни стоят того, чтобы их пел весь зал, весь народ, и чтобы их знали и были они узнаваемы. Путем хорошего и новых песен хороших. Андрей. Андрей. Сейчас. Здравствуйте. А можно у вас интервью небольшое взять? Ну, сейчас у вас по очереди, если не сложно. Интервью? А, давайте. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша творческая дружба с Аркадием? А вот я сейчас хочу сказать, как раз я об этом только со сцены говорил, только что исполнил песню, новую песню Аркадия. И говорю, наша встреча произошла у Андрея дома. Дома, да. Дома. Это было зимой, стояла зимняя такая снежная зима. Мы вечером просидели несколько часов у Андрея. Ну, весь вечер. Да, почти весь вечер, да, я Андрей так просто, хотя он уже, говорится, уважаемый человек, я все Андрей. Правильно. Молодой юный, так осталось. Лет, да. Вот, и потом поехали с Аркадием на его машине. Была у него единичка машина, прям единички бегали. И вот он мне по снежной Москве газовал там. Вот тогда в Туле еще жил. Приезжал в Москву, да. Вот такая у вас встреча. Как вы думаете, вот несмотря на то, что уже прошло довольно много лет, а в песне Аркадия все поют, они даже набирают популярность. Как вы думаете, а в чем изюминка его? Это все зависит от души. Если душа молодая, не стареет. Мелодии хорошие. Конечно. Понимаете, он мелодист хороший. У него от песни одна на другую не похожа, правда? Они какие-то все свои. Как бы одна, другая, они все самостоятельные. А любимая песня у вас есть? И красивые, потому что она... Человек, душа красивая, мелодия красивая. Да. А фавориты среди его песен есть? Или как-то все? Ну, у него много прекрасных мелодий, поэтому мне трудно сказать, как это называется. И если не сложно, небольшое пожелание на камеру для Аркадия. Ну, мы вот с Андреем Дементьевичем с удовольствием очередной раз поздравляем вас с юбилеем. Я надеюсь, еще в этих юбилеях вас много будет впереди. И мы с удовольствием с Андреем Дементьевым присутствуем и поздравим на следующих юбилеях. С Божьей помощью. Давай. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как началось ваше знакомство с Аркадием Хораловым? Ну, естественно, как у всех, наверное, детей, это была песня «Новогодние игрушки», да, мы на ней росли, кричали, вот, и когда мы узнали, что у нас выпала честь исполнить песню «Воскресенье» Аркадия Хоралова на стихе Андрея Дементьева, мы поняли, что это большой шанс попробовать себя именно в исполнительском качестве творчества Аркадия Хоралова. Вот, и разучивая эту песню, готовя к сегодняшнему концерту, мы просто открыли для себя новый мир музыкальный. Поняли, что этот человек в середине 80-х годов уже был в 21 веке и по идеям, и по музыке. Вот. И мы очень рады, что сегодня нам удалось это все спеть на этой прекрасной сцене ЦКОЗа России. Спасибо большое. Андрей, расскажите, пожалуйста, как началась ваша творческая дружба с Аркадием? Ну, я не могу сказать, что она началась очень давно, но вот какой-то пик наступает, наверное, сейчас, потому что я думаю, что я не последний раз буду обращаться к его, в общем, к его творчеству, к его песням, потому что в них есть, самое главное, в них есть сердце и правда. Это то, что отличает его музыку от музыки многих других композиторов. И мы договорились, что я обязательно приеду к нему в студию, и мы будем какое-то время сидеть, пить чай, или еще что-нибудь будем пить. Но мы что-то найдем обязательно такое, что должно потревожить меня и его. Скажите, вот вы пели сегодня песню, которая называется «Мама». Песен про мам написано очень много. А чем отличается именно эта песня? Я думаю, что это одна из самых красивых песен на эту тему. Она очень глубокая и она не увядающая. Я думаю, что у нее большое, много лет впереди. Потому что очень теплая музыка, очень хорошая. И, если не сложно, ваши пожелания для Аркадия? Ну, что можно пожелать, Аркадий? Подожди, я приду, и все. И мы найдем все, что нам нужно. Но вообще, я очень желаю тебе здоровья, прежде всего. Себе тоже, между прочим. И, значит, нам здоровья. Потому что я чуть младше, но скоро буду догонять уже. Вот, поэтому нам еще что-то предстоит успеть. Я бы очень в это верил. Okay? Спасибо. Все, сейчас Русланчика берем. Спасибо большое за этот концерт. И спасибо большое за то, что пригласили нас на него. Желаем вам всего самого наилучшего и творческих успехов. Добра, счастья, здоровья и любви. С праздником! Руслан, расскажи, пожалуйста, как началась ваша творческая дружба с Аркадием? Давно ли и вообще как это произошло? Познакомились 2 года назад, и придя на студию к Аркадию Хоралову, я просто пришел и говорю: я молодой исполнитель, мне нужны хорошие песни. У вас прекрасные песни, потрясающие песни. Еще мои родители песни эти знают, любят, и в принципе весь народ. И он, конечно, предложил несколько песен сразу, ну не знаю, штук 10, наверное. Я как бы так растерялся, потому что так обычно приходишь к композитору, и он предлагает какую-то одну, максимум там 2 песни. А здесь сразу вот 10 песен, говорит, вот выбирай себе песню. Вот, и вот таким образом песня «Я позвонил», которая прозвучала сегодня со сцены ЦКОЗа России, она, в принципе, мной полюбилась, понравилась. И я надеюсь, и зрители, слушатели, которые сегодня присутствуют здесь, в этом зале, на концерте, ну, тоже будет близка. А песня для вас жизненная, но мне кажется... Песня жизненная, конечно. Девушкам. Конечно, звоним после прощения. Когда открывают дверь, улыбаются, это же всем приятно, правильно? Да? Скажи, а как ты думаешь, чем отличается песня Аркадия от песен остальных авторов? Ведь, редко же встречается, когда столько лет поют, и аудитория поклонников только расширяется. Просто... не совсем, мне кажется, правильно сравнивать как бы композиторов, потому что у каждого свой стиль, у каждого своя какая-то история, которую разговорит в песне, там передает историю в песне. Ну, тем не менее, песня Аркадия Хоралова отличается, мне кажется, вот этой вот искренностью, той, к сожалению, которого не хватает сегодняшним песням, сегодняшнему репертуару, сегодняшним композиторам, потому как, знаете как, вот песня, на мой взгляд, Хоралова Аркадия, Это песни, которые, мне кажется, вот имеют рождение, имеют жизнь. Понимаете, да, о чем я говорю? Конечно. Поэтому, к сожалению, это очень редко найти хорошую песню. Таких бы песен побольше. И вообще композиторов таких побольше. Руслан, заключительный вопрос. Вы участвовали в популярном проекте «Перевоплощений». Вы бы хотели попробовать воплотить образ Аркадия вжиться в него? Вы знаете, я уверен, что будет такая возможность, и я, безусловно, ей воспользуюсь. И образ Аркадия Хоралова я воплощу. Спасибо. Нина, расскажите, пожалуйста, как началась ваша творческая дружба с Аркадием? Однажды, довольно давно, я услышала очень красивый романс в исполнении Лолиты Милянской. И он запал мне в душу, я даже поинтересовалась, кто автор, потому что современных романсов красивых немного. И оказалось, что это романс Аркадия. Ну вот и как-то так прошло время, и вдруг, когда сейчас готовили этот концерт, меня пригласили спеть именно этот романс. И для меня, конечно, это событие, потому что романс очень красивый, не говоря о том, что, конечно же, сейчас даже артисты за кулисами говорили, что Аркадий очень красивые мелодии, он прекрасный мелодист. И вот я к своему стыду поняла, что многие песни мной любимые принадлежат Аркадию, и я этого не знала. Спасибо большое, Аркадий, за великолепную музыку. А как вы думаете, чем все-таки его песня отличается от... Потому что существует же много авторов, композиторов, но песни Аркадия, они уже много лет звучат. Они очень мелодичные. Его поцеловал Бог, он пишет красивые мелодии. Бывает много композиторов талантливых, но не обладающих даром мелодиста. Вот прекрасный Аркадий мелодий. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Аркадием Хораловым? Ну, совместно концерты, как у артистов и бывает. Выступали в Тульской области, много концертов, вместе выступали и так и познакомились. Хотя, как познакомились? Мы-то его знали давно. Все-таки известный композитор, автор песен многих. Поэтому, конечно же, нам приятно было с ним познакомиться. И уже дружим, уже много лет. Общаемся. Вот сегодня он нас пригласил на свой вечер. Естественно, мы не приехать не могли. Никаких. А как вы думаете, чем его песня отличается от песен остальных композиторов? Ведь их поют уже многие годы. Вы знаете, он все-таки... Мне нравится, во-первых, его лиричность, скажем так, в большей степени. Хотя нас он попросил его песню сделать пожестче. То есть ему вот так вот захотелось. Вы знаете, сравнивать композиторов – это неблагодарное дело. Он нам нравится. Все, это самое главное. Скажите, можете сказать небольшое пожелание на камеру для Аркадия? Для Аркадия? Много лет жизни, много лет творчества. Это самое главное. Ну, красота добавится сама. С каждым годом все красивше и красивше. Вот. Но самое главное – это здоровье. Ну, а будет здоровье, будет желание работать, это самое главное. А вы сегодня исполняли патриотическую песню, и у Аркадия немало таких композиций. И вообще, в принципе, патриотических песен у нас в России много, но у Аркадия они все равно другие. Как вы думаете, что же он вложил в такой патриотические песни, что они звучат как-то по-особенному тепло? Вы знаете, самое главное, что этим песням верят. Ведь можно написать песню про ко дню милиции, про черный пистолет. Это абсолютная конъюнктура. Ведь патриотизм, он... Для кого-то просто банальная фраза. И человек, может быть, послушав такие песни, начинает понимать, что патриотизм – это любовь к своей стране. Это не банальная фраза, так должно быть. И если вдруг понадобится, мы все станем грудью на защиту. Да? Вот его песни. Самое главное, что они нравятся. Многие песни, они чем-то хороши музыкой, где-то хороши текстом, но они, может быть, даже где-то однообразны. А у него разнообразные, то есть и молодежь их слушает. Вот это вот хорошо. И поэтому от его песен веет патриотизм. Просто веет. Ну, мне кажется, композитор, он всегда, он как-то похож на свои песни. Он в них выражает себя. И... Ну, мы с ним похожи. В том плане, что мы тоже патриоты в своей стране. И в принципе мы поем патриотические, военно-патриотические песни. Поэтому, естественно, ему это тоже нравится. Он нас пригласил сюда. Вот мы здесь с удовольствием и говорю, дай Бог ему здоровья. Марк, расскажите, как началась ваша творческая дружба с Аркадием? Она началась совсем недавно на студии, когда я приехал записывать песню, которую мне Аркадий прислал несколько песен на выбор, пригласил выступить в его творческом вечере. И одну из песен вот я выбрал для записи. А почему именно ее? Она мне понравилась больше остальных. Он мне, более того, прислал, наверное, песни, которые когда-то были хитами. Но мне как-то приглянулась эта песня. И, не знаю, как-то больше легла на меня, наверное. Любите цветы? Ну, не могу сказать, что не люблю. Вот. Но в этой песне есть сюжет, есть история. Я люблю, когда в песне есть какая-то история. Вот. Но интересна была наша встреча и запись, потому что, когда я приехал и спел песню, Аркадий говорит: слушай, у тебя такие крутые низкие ноты, а давай попробуем записать в другой тональности. И мы прям там же на студии понизили сильно аранжировку, и я спел вот таким очень низким голосом. И Аркадий сказал, что это супер круто, давай делать так песню. Вот. А вообще я вспомнил, что когда я был маленьким и жил в городе Махачкале, то у нас дома среди прочих пластинок была пластинка Аркадия Хоралова. И как он мне сказал, что эта пластинка вышла каким-то рекордным тиражом на мелодии. А я прекрасно помню лицо Аркадия из детства. У нас была эта пластинка дома. Скажите, а как вы думаете, как вы охарактеризовали Аркадия, ну, кратко, как человека? Ну, он такой основательный, такой настоящий композитор. Вот так бы я его... Настоящий музыкант, настоящий композитор, настоящий мелодист. И такой серьезный эстрадный композитор. Мне кажется, у него много прекрасных мелодий, которые потом и какие-то эти идеи мы слышим и в других песнях. Вот, но вот так. Есть, не сложно, небольшое пожелание на камеру тоже для Аркадия. Как любому артисту, я, наверное, желаю, самое главное, двух вещей: вдохновения и здоровья. Аркадий, я вам от всей души этого желаю. Песен, лет, счастливых, творческих, семейных. Будьте здоровы. Дошли. Здрасте. Куда идем, сюда? Ой. Ну, здравствуй, любимый. Ты моя солнце. И в окружении, как всегда, красивых девушек. Ты сразу попадаешь в объективы камер. Ну, конечно. А что здесь написано? Можно узнать? Угадай. Ты меня любишь. Ну, естественно, я тебя люблю, а не ты меня любишь. Ну что? Чего? Не холодно? Раздеваемся? Ой, не холодно, раздеваемся. К тебе пока сюда заберешься. Ну, если... Знаете, за что я люблю Хоралова? Посмотрите на него. Вечно молодой, вечно красивый. Страшно нравится женщинам. Целый, вот мне точно. Говори мне, говори, что мне ночей, круг уже фонари, песни, пожившие. Ну, нормально, повтори мне, что шептал врачай. Нам лишь память возвратить, песню прошедших дней. Молодец. Но это же разлука. Нет, я понимаю, просто дерзкий взгляд – это возрастной. Разлуки грустный взгляд. Ты же женщина. Женщина. Разлуки грустный взгляд. Ты же женщина. Мужчина, Израиль, пойдемте. Поехали. Повтори мне, повтори. Вначале, да, вначале родненько поем. Говори мне, говори. Повтори мне, повтори, что шептал ручей. Нам лишь память возвратит песню прошедших дней. А дальше? Забыть тебя, любить. Нет, не могу. Разлуки дерзких слов. Там через паузу, да? Что шептал ручей, только память возвратит. Да, есть, готово. Поехали. Это уже дело наше. Ты свое дело здесь. Выгоняют. Все, выгоняют. Нет, никто не выгоняет. Живи здесь. Живи здесь. Выгоняют. Кушать есть, спать есть. Туалет. Ой, ты приставать будешь, я знаю тебя. Вот такая. Ну все, спасибо. Спасибо большое. Лапочка, спасибо тебе, мое солнце, мой хороший. Ну, видишь, дружбанчик все мой. Сделал, сам слова дописал, вообще красавец. У нас деловуха, кто-то должен работать. Ну, наверное, не поздравляю, так что встретимся на площадочке. Да, конечно. И я понимала, что происходит что-то, наверное, неправильное, потому что песня действительно заслуженная. Это мега-хит, который знает вся страна, и по сей день под нее танцует и зажигает. Но вот как-то так вот у нас получилось. Потом мы не общались несколько лет, но знаете как, у нас, у корейцев, есть традиция. Говорят, если ты встретился с человеком и в первую же встречу с ним поругался, вот так вот, знаете, сошелся, то дальше ничего не остается, кроме как дружба. И вы не поверите, прошло много лет, эта корейская пословица, она сбылась. Потому что встретились мы с Аркадием и поняли, что друг без друга никак не можем. И не вспоминали вообще про песню «Новогодние игрушки» до нынешнего времени, пока я не пришла в студию к нему записывать его любимые песни, замечательные совершенно песни, которые мы готовим к юбилею. Анита, скажите, а как вы думаете, в чем особенность, вот даже не особенность, а в чем такая изюминка Аркадия? Ведь он уже столько лет собирает вокруг себя просто потрясающих людей, и его песни, они были как были востребованы, так и остаются востребованными до сих пор. Как вы думаете, в чем его секрет? Вы знаете, я хочу вот что сказать. Я с большим уважением, с огромным уважением отношусь к человеку, который смог пройти этот непростой, реально непростой, сложный во всех отношениях и смыслах путь по жизни. У Аркадия было много взлетов, было много падений, он то появлялся, то пропадал, но он не мог уйти навсегда из нашей именно артистической музыкальной среды, потому что его песни невероятные. Они пронизаны теплом, они пронизаны душой, они пронизаны любовью. Вот мы сейчас выбирали на его юбилей репертуар. И помимо новогодних игрушек, я, во-первых, увидела просто огромный ворох материала. Знаете, я не ожидала, что столько песен можно написать и просто положить в стол. И вот мы достали этот материал, и нашли в нем песню, которая нигде никогда не исполнялась. Ну, может быть, только Аркадием самим, да, на его личных концертах. Но никто из артистов ее не пел. Эта песня просто удивительная. Красивая мелодия, очень легкая, доступная и понятна каждому, но такая красивая. И такие удивительные слова, потому что, мне кажется, в любое время... И, конечно, в наше время сейчас так важно, чтобы был человек, который тебя выслушает, с которым тебе можно поговорить по душам, которому можно открыть все секреты. Вот именно об этом песня. «Говори мне, говори». Конечно, она о любви. И я очень благодарна Аркадию за то, что вот так сложилось в нашей жизни, что мы встретились, познакомились и продолжаем дружить по сей день. Я считаю за честь исполнять песни великого Аркадия Хоралова.